что было, пока я была без сознания. Я вас снова приветствую в главе 7. Воссоединение называется. Не забываем оценивать, подписываться, комментировать и делиться этим видео. Приятного просмотра. Зона испытаний перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите 60 баксов. Погоди, а кто? Кэролайн, подарочные сертификаты готовы? Так точно, мистер Джонсон. Почему я... Это кто? Да что тут вообще происходит? Она знает слова. Точнее, что дальше будет сказано. Значит, она знает этого человека. Это же запись, по идее, автоматизированная система. Так, вот оранжевая эта фигня, которую надо активировать. Ага. Там еще кнопка, нифига. Замудрили. Ну что сделать с этим? А, во. Чё? Я понял, что это. Так, ладно. Стоп. Не зря тут эта фигня. Так, синяя. Нет. Не синяя, синяя пока здесь. Да. Хорошо. Если я не ошибаюсь. Да. Это гель ускорения. Ой, да ладно вам. Так, ага. Нам нужно здесь теперь ускориться. Ну, как это сделать? Надо подумать. Так, я тогда вот туда перейду. А, все, понял. Отлично. Замечательно. Так, 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 так. Что, 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 нет. Нам надо поднять ее. Понял. Отлично. Тихо, тихо. Замечательно. Так, а здесь что? Ё-моё. Ё-моё. И что мне делать? Думаем, думаем, думаем. Надо как-то прыгнуть. А вот как? Где разгон взять? Тихо. А где разгон взять? Кажется, знаю, где разгон взять. Ну, погнали.
Все. В принципе, да, механика тоже интересная. Ясно. Эмоциональные всплески требуют больше 1,6 вольта. Теперь мы это знаем. Нужно расслабиться. Мы все равно узнаем, что за ересь тут творится. Но спокойно. У меня вопрос. А, я понял. А как мне туда попасть? Я хочу туда попасть. Понял. Туда можно попасть. Так, ясно. Во, мы в офисе. Я их знаю. А что, у нас ачива какая-то? Женщина на портрете, что ли? Что-то такое там. Интересно. Ладно, погнали. Так, здесь можно портал сделать. Там тоже. Только для чего? Здесь какое-то ускорение. Блин, вот заморочки пошли прям жесткие. Здесь портал можно здесь сделать. Непонятно зачем. Ладно. Что происходит? Ага. А, во, нифига. А для чего нам? Для прыжка, наверное, да? А, для разгона и прыжка. А. То есть. А как это сделать? То есть разогнаться, смотрите-ка, и прыгнуть. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но как здесь сделать? Может так? Да. Блин. А вот здесь синенькую. Плюхнем. Ну что, погнали. Отлично. Ой, чувствую себя художником. Так, здесь что? Да вы гоните. Ага. Думаем, думаем. То есть надо вылететь очень сильно. А нет, я не долечу. А нет, да, вот здесь долечу. Здесь нет. Угу. Угу. Так, думаем. Надо все покрасить, получается. Ни хрена не надо покрасить. Я понял, но возвращаемся. Разворачиваемся. Так, это оранжевое. Появляемся здесь. И делаем разгон. Да. Синее. Погнали. Астронавт, герой войны и олимпиец. С вашей помощью мы изменим... Эй, вы там, слушайте, эта штука называется лифт, а не туалет. В смысле? Клянусь, я его знаю. Так, еще одна сфера.
Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький. Хм. Ага, снова гель этот. Нам надо попасть аж туда. И куб забрать еще надо. Каким-то способом. Мне неизвестным. Здесь какие-то комнаты. Трындец, сейчас будет головоломка. Так, снова разбег и прыжок нужен как-то реализовать. Это у нас рабочая. Здесь разгон. Ох, ё. А там платформа для прыжка. Так. Здесь тоже какая-то штуковина. Который тоже надо сюда, что ли. А может просто... А, вот там есть что-то. Давайте глянем. А, здесь разгон... Вот где разгон нужен. Ни хрена разгон нужен. Так. Ага. Так, скажем. Или там прыжок нужен, или нет. Так, здесь полюба... А, здесь стрелка нифига. Угу. Здесь разгон нужен. Понятно. И там прыжок. Все, я понял. И там прыжок. Эта хрень нам не нужна. Тихо. Ты чё? Блин, я так расколошматиться можно. Я не знаю, зачем там эти ачивы, но попробовать можно. Скорее всего, что-то нас... А, нет, нифига подобного. Эту платформу, наверное, надо перевернуть. Но чтобы ее перевернуть, там кнопка. Ай, боль какая-то. Так, ладно. Оранжевый. По идее... Да. Прыгать придется. Ладно, посмотрим, что получится. Я сейчас долетим до куба. Блин. А потом куда? А, там внизу платформа есть. Все, я понял. Ну попробуем. Надо успеть еще прыгнуть. Правильно, правильно. Какого? Ага. Да, я был прав. То есть два прыжка надо сделать? А, нет, стоп. Я понял. Так. А я увижу оттуда его? Здесь нам надо сделать прыжок. Два прыжка надо будет. Раз, два, и мы там. В принципе, несложно. Так, там синий горит, да? По идее, да, испачкали. Теперь. Возвращаемся назад. Да, все синенький. Переворачиваем. Угу. Дальше.
идем. Сюда. Здесь синий, там будет оранжевый. Разгоняемся. Прыжок. Через платформу еще один прыжок, и мы на выход. В принципе, норм. Несложно. Если вас заинтересовало мое предложение, у нас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволить нам разобрать вас на части. Мы здесь никак не перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. Нам ачиву даже какую-то дали. Там что-то странное скольжение или что-то непонятно. Короче, что-то там дали. А, не обязательно было прыжок нажимать вот на этой платформе, он сам отпрыгнул бы. Хорошо, прыжок, наверное, надо было вот на той платформе нажать. Погнали. Не могу поверить, что благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку, и человечество вам очень признательно. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 – это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Кэролайн, что покупают эти люди? Рваные шляпы, мусор? Так, ну где мы вообще? А, если все равно пройду и... Слушайте, я хотел бы туда попасть. А, и туда можно. И тут. Да. А там под наклоном. На эту лестницу надо. Я думаю, мы сейчас там побываем. Пойдемте смотреть. Просто здесь спрыгнуть я не спрыгну. Здесь не дают вот эти... Да, перила не дают. Спрыгнуть. Хрена себе, захлопнулась. Да, там такая же дверь была. Скорее всего, там и будем. Ага, наверх. Она там закрыта. А, во. Касса какая-то. А, типа выдавали здесь деньги. Интересно. Так. Так, пойдем сюда. А, открылась как раз гамма. Да, там были. Видели. Видели, были. Ага. А здесь что? А здесь ничего. Да и здесь замурованная какая-то дверь была когда-то. А, все, сбросилась, правильно. Так, наверх я не могу. Или все-таки могу? Могу. Ясно. Так, ну все. С
Снова загадки. Три турбины. Вода. Вот эта ускорялка и прыгалка. Мы что, на втором уровне только? Охренеть. Ой. А это же прессы. Блин, прошелся как-то. А что там? Давайте взглянем. А здесь ничего. Жаль, бегать нельзя. Ускоряться. Ну, в принципе, это и не надо. Не хочу идти так далеко. Можно было бы еще и туда. Так, это какая-то гамма станция. Ага. Включает турбины. Там какие-то заглушки наверняка. Сейчас будет капать где-нибудь, не? Да. О. А это уже не вода. Блин. Да, мы здесь не пройдем в любом варианте. Ё-моё. Да, это не вода. Это я понял, что за штука. Ё. Фу. Это штука, где можно ставить эти порталы. Отлично. Краска какая-то очередная. Найс. Так, ну пойдемте дальше. Громко как. Так, ускорялка. А, я понял. Так, пойдемте. А, я понял. Я понял, что здесь надо делать. Там ускорялка. Хрена себе удар был. Добро пожаловать в Центр развития. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже $7 на покупку лунных камней. Не говоря уже о 70 миллионах, мы все равно их купили, измельчили их и изготовили гель. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого, мы выяснили, что они являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если же не одаривает вас лимонами, делайте лимонад. Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Тем не менее, я буду счастлив, если вы сможете пройти это испытание как можно быстрее. Карлайн, пожалуйста, принеси мне еще более утоляющее. Это асбест. Кашель начался. Так. Это из лунного камня сделан гель белый, который можно порталы на них ставить. Отлично. Получается, грунт лунный брали. Где я? О, можно здесь портал делать. На потолке. Есть кнопка. Так, ну это мы читали. Так, секунду. Так, ну это выход кнопку активирует, наверное, да? Да.
Ага. Так что ты не цепляйся. Интересно. Так, мы там были, везде были. Секунду. Мне просто интересно. Мы пришли, да, по-моему? Ну да, это лифт наверх. А я здесь был? Твою налево. Че ж так выплевывать меня? Я смогу, если что? Блин, не хочется прыгать обратно. Секунду. Так, это оранжевая у нас, да? А есть пули прямой ход? Чуть не хочу так. Да, есть. Я, как всегда, всякие закоулки ищу. Бывают ачивочки интересные. Или отсылочки. Ладно, все, погнали. Ты отцепись. Подождите, а я здесь не был. Секунду. А, я отсюда спустился. Тьфу, блин. Погнали. На следующий уровень, в следующую сферу, где там тесты будут проводиться. Здесь уже без этих, без поля этого. Ага, тут гель из лунного камня. Грунта, правильно, наверное. И куда мне это сейчас? Здесь-то понятно. Мне просто сейчас прицепиться некуда. Я не вижу куда. Ладно, давайте спустимся. А если я спущусь? Как мне отсюда вылезти? Здесь я не могу пропрыгать. Ладно. Осматриваемся. А, вот ёб. Тут все можно сейчас этой херней завалить. Да. Получается. Под углом, да? Хорошо. Так, назад.
Я весь белый уже в этом непонятной херне. Так, ладно. Надо смотреть, как туда добраться. Нужен разгон. Нам надо туда. Но чтобы туда попасть... Так, нет, здесь никак. Сверху спрыгнуть, да? А как это сделать? Недолет. Нет, бред какой-то получается. Хрен знает что. Так, ладно. Разгона нет. Тут что-то очевидное. А что, пока не пойму. И вообще, как мне наверх забраться? Чтоб возвышенность была. Да. Подождите-ка. Так, есть, да? Да, я понял. Там же колонна вон есть как раз. Я думаю, можно с той вышки прыгнуть уже на другое. Блин, как все тут, в принципе, просто. Так, здесь и туда. Переходим. А это я тут все перекрасил вообще. А, ну все, и выход. В принципе. Отлично. Ну ладно, я вот тут подумал. Если жизнь одаривает вас лимонами, не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь! Мне не нужны твои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Да, возьми лимоны. Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спали дом дотла. Сжечь людей. Он выразил то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я поручил инженерам разобраться с этим. Картирование головного мозга, искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете впихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим преемником стала Кэролайн. Она будет спорить, она начнет отказываться. Она такая скромница, но вы ее заставьте. Впихните ее в компьютер, черт возьми, неважно как. Отлично, испытание закончено. Можете вернуться на место. До свидания, сэр. Это случаем не Кэролайн? Вот эта картофелина, ну, как бы искусственный интеллект, который до этого Гладос вот этот был. Или там... Ладно, посмотрим дальше. Потому что он повторяет все слова, он знает эти слова. Вот эта картошка.
А здесь что? Ладно. Пойдемте дальше. Так, мы на километр поднялись. Ну, в принципе, и больше, по-моему, там на 5 километрах мы были. В смысле приблизить? А, в этом смысле приблизить. Так, это лифт. Но лифта здесь нет. А, нифига. Веселый молочник. Так, стоп. Можно туда. А там что-то есть. А можно туда? Можно, конечно, и сюда. Скорее всего, там лифт вызовем, да? Или подождите-ка. Нет, это просто офис какой-то. Ничего интересного. Ладно, нам ниже. Вообще нам выше. Но тут есть какие-то... Оху, блин, чуть не упал. Так, мы были вот здесь, по-моему. Да, в самом низу. Так, хочу вот сюда попробовать. Что здесь? А, здесь просто окошко, да? Я понял. Ладно, поднимаемся выше. Очередное окошко. Да, мы здесь были. Да, именно сюда. Посмотрим, что здесь. А. Ага. А, ну это чуть выше. Ну давайте. А, подождите-ка, я здесь был. Мне надо выше. В любом варианте выше. А здесь что? Здесь ничего. Да, мы в том уже были. Точно были? Не хочу ничего упустить просто. Подождите-ка. Нифига не были. Мы в том офисе были. В этом еще не были. Здесь тоже ничего нет, оно похоже. Так, лифт там. Ясненько. Так забраться нельзя, да? Только на лифте. Ну ладно, на лифте, на лифте. Который не работает. Замечательно. Просто офигительно. И что мне делать? Значит, искать путь наверх. А, во. А, нет, подождите-ка, я здесь был. Здесь мы были.
А что дальше-то? Эй! Алло! Здесь кнопки никакой нет. Так, не очень Подождите-ка, я понял. Я, кажется, догоняю. В чем тут фича? Так, успел. Фух. Но это мне ничего не дало. Это только для разгона, может быть? Может быть. Так. Понятно. Еще, да? Ну, погнали. Есть. Фух. Я аж напрёкся. Так, здесь... А, вот здесь можно было, да, и прыгнуть. И здесь... Ну, мы так справились. Погнали. Тут пока еще прям на самом днище, можно сказать, находимся. На самом дне. Но там уже много уровней прошли, уже с километр целый. Охренеть комплексы. Так. Я понял. Я все понял. Нужен разгон, наверное, да? Там еще гель для прыжков. Каким-то образом надо им воспользоваться. И что мне здесь делать? Я не вижу пока куда. Куда это самое? Там некуда. Во. Я понял. Стенка. Да, отлично. Но это нам ничего не дало. Просто офигительно. А, нет. Нет, нифига. Подобного. Так. Плохо все. Все плохо. Все неправильно. А, подождите-ка, сюда. Но мне нужен все равно. Хоть какой-то зацеп. Так, ну в принципе, я догадываюсь, что нужно сделать. Здесь посередине мне не нравится. Давайте. А. Только посередине, да? Ну ладно, погнали. Ага. Нужен прыгательный гель. А, ну, в принципе, норм. Пойдет. Твою налево. Нормально.
Отлично. Так, потихоньку разве... опасно? В смысле? А, это типа... понятно. Техническая какая-то... Тыкс. Здесь... Нет? Гель уже все не раб... А, он уже там работает. Все, я понял. А почему здесь не работает? И что мне делать? Мне надо теперь там сделать этот гель. Все. Падаем. А что я сделал? Все, нормально. Успел это нажать. Так, там сейчас будет еще какая-то трешатина. Опять я лезу во всякие места. Мало ли. Что-нибудь интересненькое. А, тут ничего нет. Пойдемте. Тут полный набор, как говорится. В принципе, норм. Правильно угадал. Так, что здесь? Здесь нужен разгон. Здесь можно... рисовать. Блин, как это теперь выключить? Так. Мы можем вернуться. Нет, тогда получается, здесь нужен белый. Я там все загадил. Тогда здесь нужен белый. Открываем здесь портал. И нас должно сюда откинуть. Ну, это прыгать снова. Я не могу. Вот засада. И что мне делать? Где мне высоту набрать? Так. Получается, оранжевый тоже нужен. Нет. И что мне надо? Думаем, там я не могу ничего сделать. Нет, надо как-то использовать все. Подождите-ка. Понятно. Понятно с вами все. Повыше. Повыше. Мне надо больше. Ясно. Так, стоять. Хватит, не хочу больше. Прыжок.
понял. Понял. Надо выше. Разгон. Надо метка. Есть. Да. Ой-ой-ой, стой. Не надо так разгоняться. А может и надо было. А куда? А, нам туда. Ясно. Это через разгону надо. Это вообще жесть. А чё если... Нет, тут ничего не делается. Так. Синенькая. Так, синенькая, оранжевенькая. Твою налево. А, подождите-ка. Ага. Все. Понял. Ну, жесть. Повторяем. То есть надо нам туда допрыгнуть. Фух, погнали. Да. Так, а это что за жесть? Жесть. Я понял. Ой, да вы гоните. И как мне это сделать? Понял, не дурак. Тут вообще жесть. Ну, погнали. Что сейчас было? А, нормально было. Наверное. Тихо. Ой, это называется поймать тишину. И где я? Снова эта мега-задвижка такая. Маленькая будет, шахта маленькая, да? Так. Снова головоломки. Жесткие. Хотя, может, нет. В принципе, они простые. Так, насосная комната управления. Здесь ничего нет. Нужен разгон. А чтобы этот разгон был, нам надо наверх. Так, сейчас посмотрим, там есть куда приземлиться. А, во. Вот. Вот, все, я понял. Да, давай уже спускайся. Так, сейчас мы туда. Там. Надеюсь, долечу. Да, должен. Стой, у меня идея. Плакат. Погляди-ка на него немножко. Парадоксы. Искусственный интеллект перед ними не устоит. Я знаю, как нам его...
ему победить. Хм. Так. Такая самая тень. Зараза, тролли. Тролятины. Так, ладно. Ну, поехали. Нифига тут амортизирующая система. Это уже пошли вот эти лаборатории непосредственно, да? Ясно, такие уже. Где первоначально у нас были испытания. Ну пойдемте заново, возвращаемся. Ну, в принципе, да, лучше. Так, у нас эти листовочки уже были, читали. Что, друзья, давайте закончим на этом главу. Увидимся в следующей. Обязательно оцениваем, подписываемся, комментируем и делимся этим видео. Всем счастливо и всем пока.